привет! Сегодня нахожусь на втором фарфористе и буду пробовать рыбачить на фидер. Водоем давно здесь не был. Водоем зарос капитально. То есть вот видно, уже нахожусь здесь я в районе дамбы. А вся прибрежная зона в зарослях. Здесь есть небольшой прогал. Тут трава и вот здесь трава. Вот в этом прогале и попробую рыбачить. А так водоем, ну если кто знает из местных, то есть почти до самых проводов, то вот лэп, которая переходит через него. То есть вся половина водоема полностью заросшая, где мелководье. Рыбаков сегодня немного, хотя и суббота. Там один, вон спиннингист какой-то. Ну, в общем, все, готовимся к рыбалке. В прошлый раз люди возмущались, что не показал, что за прикормка. Показываю. Сегодня просто Дунаев, карп классик. И немножко будет пшенки. Водоем этот хитрый, а столько же, сколько и простой одновременно. Карась тут есть, карась крупный, но очень привередливый. Клюет. То есть клев его предсказать вообще невозможно. И на что он будет клевать, тоже угадать невозможно. Поэтому именно сюда я сегодня и приехал, попытаться все-таки его поймать. Потому что карась здесь очень хороший. Экземпляры там 500, 600, 700 грамм, вполне не редкость. Ну и, конечно, есть и мелкие. Сейчас еще добавим водички, чтобы она настоялась, и будем готовить снасти. Первому забросу оснастка сегодня инлайн, то есть вот идет скрутка, дальше поводок, а до скрутки идет скользящий элемент и на нем, собственно говоря, кормушка. Все, то есть вот он скользит до скрутки, дальше поводок. И на первый заброс, как всегда, у меня будет любимая мной насадка, это опарыш. Сейчас мы их парочку оденем. Побежали, побежали. Один убежал. Ну, собственно, вот, как обычно, пара опарышей. Все, сейчас первый заброс. С него все и начнется, если начнется. Но куда денется, все равно начнется.
вот. Глубина вместе ловли, кстати, не такая уж и большая, всего метра 2,5 примерно, по моим прикидкам. Да, и ловить сегодня буду я на монолеску, потому что вода зеленая, трава кругом. Все это будет на плетенку гораздо больше цепляться, чем на леску. Все, ждем поклевку. Только выключил камеру и сразу же был прям первый подергунчик. Ну, вот сейчас снимать неудачно, здесь против солнца. Наверное, не видно будет. Буквально секунд через 10 после заброса. Это уже радует. То есть уже кто-то рядом ходит. И вот она. Буквально, ну, минута, наверное, прошла от заброса. Сразу первая поклевка. Ну, что-то поклевка. Ну, конечно. Нифига это не карась. Это просто тупо окунь. Такой вот окунишка взял на отпарыша. Потому что поклевка такая прям резкая. Вот такой. И плавай. Скажи другим, чтоб не клевали. Ну, я имею в виду окуням. А карасям скажи, чтоб клевали. Дальше. Второй заброс. Прошло больше часа, как я сделал первый заброс. И вот кроме окуня и еще пары поклевок, наверное, таких небольших, ну ничего не поймалось. Больше пока ничего не было на опарыш. Поменял насадку, сейчас поставил перловку. Пробую на перловку. Но пока тоже тишина. Ну вот, первая настоящая поклевка. Кто-то нормально такой клюнул. Чуть фидер не утащил. Только гнет. Прям нормально так сопротивляется. Лишь бы в траву не ушел. Идет. Ага, потом в траве и сошел. Твою дивизию, а? Фу, блин. Время уже много, 10 часов. Поклевок больше не было, кроме того вот схода. Ну, бывают такие тычки небольшие, но как таковых поклевок нет. Насадки уже перепробовал все, что у меня есть. Результат не меняется. Поэтому поставил опять перловку, на которую клюнул тот, который сошел. И жду поклевочку на перловку. Не успел, короче, включить камеру. Ну вот, вытащу первого на сегодня карася. Ух ты! Вот такой красавчик. Не знаю, сколько он весит, но выглядит нормально. Взял, как и положено.
Ну вот так с одним карасем и закончилась моя сегодняшняя рыбалка. Собственно говоря, за весь день было всего лишь две поклевки. Первая вот была какая-то крупная рыба, но за траву зацепилась и сошла. Второй был карась, тоже зацепился за траву, но удалось его протащить. Время уже обед, поэтому пора, наверное, сматывать удочки и возвращаться домой. Вот такая была сегодня рыбалка. Не всегда должно вести, поэтому такие рыбалки тоже нужны. До свидания, увидимся.